Что касается вашего настроя, то в этот период вы будете склонны следовать настроениям социума и окружающих вас людей. Кто-то из вас может намечать совместные с кем-либо планы и задачи, продвигать коллективные идеи или проекты. В любом случае для вас в приоритете будет общение, коммуникации, работа в коллективе, следование традициям и общественным нормам. Что касается сферы ваших личных денег и распоряжения ими, то это время активных действий и выхода из застоя. Возможна ситуация завершения выплат из какого-либо одного источника дохода и появления нового. Это такой период, когда вы будете ощущать спокойствие и будете осознавать свое влияние на финансовую сферу вашей жизни. Также сможете грамотно управлять и распоряжаться деньгами. Наступает достаточно благоприятный этап, когда вы чувствуете опору под ногами. Вы получите в этот промежуток времени закономерную награду и наивысшую оплату за свои труды или же за свои услуги. Очень успешные, прибыльные, будут выгодны для вас финансово проекты, связанные с какими-то вложениями, с приумножением денег, депозиты, вклады под процент, также расширение производства и так далее. В обучении, общении с коллегами, знакомыми, соседями, клиентами, братьями, сестрами, однокурсниками, а также в вопросах переговоров, ведения документации, заключения краткосрочных договоров, в недальних поездках и в вопросах, связанных с личным транспортом, в этот период у многих из вас может быть масса передвижений и недальних поездок, либо решение вопросов с личным транспортом. Во взаимодействии с вышеперечисленными людьми произойдет устранение препятствий. Для кого-то будут актуальны всевозможные обучающие курсы, изменения в ежедневных коммуникациях, получение известий от братьев, сестер, клиентов и так далее. Также получение новой информации от коллег и знакомых. Активная деятельность в вопросе документации, какие-то перемены в этой сфере жизни. Это подходящее время для переговоров, воссоединения, восстановления отношений с коллегами, знакомыми, соседями и так далее. Также для ремонта автомобиля и исправления ошибок в любой документации. В сфере недвижимости, место, где вы проживаете, а также ваших домочадцев, в этот период, если говорить про отношения с людьми, с кем вы проживаете, то взаимодействие с ними и отношения будут крепкие, стабильные и серьезные, когда присутствует забота и помощь друг другу, и актуальна будет защита интересов своей семьи как с вашей стороны, так и со стороны домочадцев. Во взаимодействии будет присутствовать спокойствие без бурных страстей и также понимание ценности общего комфорта. Что касается вашей недвижимости или места, где вы проживаете, то может произойти новый поворот событий, однако который следует принимать с осторожностью, потому что этим обстоятельствам могут сопутствовать какие-то злоупотребления и неблагоприятные воздействия извне. Рекомендуется ориентироваться на успех и сохранять ваше заработанное положение, а также не поддаваться эмоциям, как приятным, так и неприятным. Также в вашу семью или вопросы с недвижимостью могут вмешиваться другие люди, пусть даже из лучших побуждений. У кого-то из вас может появиться новый человек для совместного проживания, то есть для построения семьи, а у кого-то обновление в доме или новые предложения относительно недвижимости. В целом, в этот период времени вы будете защищены от любых несчастий, как относительно недвижимости, так и относительно вашей семьи. А об подстерегающих вас неприятностях вы можете получить предупреждение в виде определенных ситуаций и обстоятельств, потому что у вас усилится интуиция и способность предчувствовать. Если говорить про сферу любви, отношения с детьми, хобби или ваш бизнес, у кого он имеется, то в плане развлечений на этот период вы изберете совместный досуг с детьми или любимым человеком, а не индивидуальный отдых. Вообще у вас будет такая тенденция рассматривать мероприятия творческого характера через призму практичности, с той позиции, а что это принесет мне в дальнейшем и в перспективе. То
То же самое касается вашего хобби или бизнеса. Вы можете реализовывать прежние задумки только в случае каких-либо выгод в дальнейшем. Также многие из вас сознательно могут отказаться от неприбыльных занятий и, например, прислушаться к совету любимого человека, который старше вас, если он старше, да, чтобы начать или развить в себе практичные творческие навыки. Также будет актуально и развитие талантов, унаследованных вами по вашему роду. А кто-то из вас будет заводить детей или стараться вкладывать больше времени и сил для их развития. Что касается вашего здоровья, бытовых вопросов, долгов или же подчиненных и помощников в бытовых вопросах, в том числе нанятых вами за деньги, то этот период предвещает достижение поставленных вами целей. Вам будет сопутствовать удача в вопросах здоровья и в завершении какой-либо рутинной работы, в том числе в выполнении ежедневных обязанностей ваших. Это наиболее благоприятное время для любых медицинских консультаций, для поиска грамотного врача, а также при подборе правильного лечения, для кого это будет актуально. В плане партнерских отношений личных и деловых, а также относительно открытых врагов и конкурентов, наступает то время, когда кто-то может планировать создание семьи или играть свадьбу. Кто-то из вас сможет встретить нового романтического или делового партнера. Даже после долгого затишья могут наконец-то сложиться в этот промежуток времени благоприятные условия для развития или создания партнерских отношений, если в предшествующий период ничего этого не предвещало. Да? В любом случае и в устоявшихся, и в новых союзах во взаимодействии с партнерами присутствует надежность, ответственность и забота. Относительно врагов и конкурентов вам поможет умение нестандартно мыслить, удивлять своих оппонентов. А когда вы будете постоянно действовать со всей решимостью, это откроет перед вами многие двери, поможет преодолеть любые препятствия со стороны оппонентов, открытых врагов, и также их козни. В плане получения денег от партнеров, заказчиков, контрактных организаций, получения кредитов и больших денег, в этот период возможен успех при напряженной работе, но лучше доверить решение своей проблемы посреднику. Вам будет казаться, что вас направляют и защищают высшие силы. Жизненные обстоятельства будут складываться в вашу пользу, если вы прислушаетесь к интуиции, к своему внутреннему голосу. Руна может указывать как на важное событие, так и на то, что вы сумеете легко преодолеть любые неприятности. Также возможна поддержка от женщины, имеющей на вопрос получения больших денег, либо денег от партнеров, большое влияние. В плане дальних поездок, переговоров с заграничными партнерами, родственниками, знакомыми и людьми, находящимися на дальнем от вас расстоянии, или же в вопросах высшего образования и заключения долгосрочных договоров, приходит время вынужденности в отношениях с людьми издалека, либо вынужденности в обстоятельствах, когда или отсутствует общение с людьми из-за границы, либо представителями другой культуры, или же присутствует скука и усталость в таком взаимодействии. Относительно дальних поездок, и в вопросах высшего образования может отсутствовать мотивация по причине упущенного важного благоприятного момента и шанса. В любом случае, эта сфера жизни на этот промежуток времени будет не столь активна, а если вам и необходимо решать какие-либо задачи, то могут присутствовать неудачи и разочарования, которые потребуют от вас преодоления трудностей и твердости характера. В таком варианте развития событий следует проанализировать прежде всего свои поступки и постараться избежать влияния вашего окружения на достижение поставленных вами целей. Что касается отношений в социуме, реализации ваших планов, карьеры и жизненных целей, в этот период времени может случиться
ситуация, когда вы увольняетесь с прежнего места работы по причине отсутствия доверия работодателю с вашей стороны или же отсутствия доверия работодателя по отношению к вам. Многие из вас могут не испытывать особой заинтересованности в поиске нового места работы или же относительно продвижения по карьерной лестнице. Если говорить про смену социального статуса, то, вероятно, у вас будет отсутствовать как мотивация, так и инициатива. В сфере общения с близкими друзьями, единомышленниками и высокопоставленными лицами, а также в вопросах, связанных с интернетом. Если говорить про отношения с близкими друзьями и единомышленниками, то в этот период у вас легко и быстро получится завязывать общение с этими людьми, которые разделяют ваши интересы и взгляды на жизнь. Проявится способность преображать своим присутствием совместные встречи, мероприятия, посиделки и так далее. Но чтобы закрепить хорошее расположение людей и впоследствии, важно поддерживать эти связи в перспективе. Если говорить про дела, связанные с сетью интернет или относительно взаимодействия с высокопоставленными лицами, то здесь произойдет реализация ваших замыслов, прояснение ситуации и раскрытие чего-то нового, которое было ранее скрыто от вас. Также могут родиться новые идеи и планы. В любом случае, эта сфера вашей жизни на данный промежуток времени будет очень активна и удачна, а потому следует проявлять инициативу и при этом настойчивость и самодисциплину. А некоторая хитрость поможет вам избежать многих неудобных ситуаций. В плане ваших личных переживаний, скрытых талантов и способностей, в этот период ваши мысли будут направлены на поиск какой-то ясности, будет присутствовать оптимизм, ощущение власти над обстоятельствами. Также вы будете склонны на построение гармоничных отношений с близкими людьми через взаимопонимание, доверие, честность, согласие, любовь, поддержку, положительные эмоции. Многие из вас постараются скорректировать любой негатив, который присутствовал в прошлом, как относительно взаимодействия с кем-либо, так и касающийся каких-либо дел и обстоятельств. Также для многих из вас будет актуален пассивный отдых в уединении. И если говорить про общую энергетику этого периода, то это время привнесет в вашу жизнь новые отношения, дружеские или любовные. Трудные дела завершатся хорошо, потому что происходят перемены в лучшую сторону. Благоприятно и удачно сложатся обстоятельства в приобретении материальных ценностей, о которых вы давно мечтали, либо же без вложений, либо за очень выгодную цену. Счастье ждет вас и в личных отношениях. Общайтесь как со старыми друзьями, так заводите и новые знакомства. Следуя зову сердца, вы буквально будете купаться в любви. Также рекомендуется быть верным близким и любимым людям, делиться своим оптимизмом с окружающими и не стесняться выражать свои чувства. Карта Маг. Этот период будет ваш, и его нужно потратить на то, что вы до сих пор не осмеливались или боялись делать. Что же касается событий, то, скорее всего, этот промежуток времени ознаменуется началом чего-то нового, знакомством, новым делом и так далее. Карта обещает, что все задуманное исполнится. Чтобы достичь цели, необходимо быть инициативным, квалифицированным профессионалом, готовым отбросить все лишнее и сосредоточиться на главном. Будет выбран единственно верный путь и задействованы все необходимые способы, средства и силы.